По ТРАУ из бюджета города выделят 10 миллиардов тенге на реконструкцию и расширение дорог. Средства направят на модернизацию городских улиц и сельских в пригороде ТРАУ. Проект реализуется в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости». В ТРАУ приступили к ремонту и реконструкции городских дорог. Некоторые улицы планируют расширить. Благодаря этому власти ожидают снижения потока транспорта на городских дорогах. Например, в микрорайоне Нурсая, который стремительно растет, изменения коснутся многих улиц. Они станут четырехполосными с дорожными карманами и современными остановками. В 2020 году начались реконструкция улицы Габдиева. Начато 11 мая текущего года. Протяженность дороги 1234 метра, ширина полосы 14 метров, тротуары 1,5-2 метра с обоих сторон. Будут еще обустройства автобусных павильонов в количестве 4 штук. Сейчас ведутся земляные работы. Гораздо шире станет и городской проспект Бейбарыса. Строительные работы здесь идут полным ходом. На участке протяженностью в 3800 метров дорога расширится с 9 до 22,5 метра. Появятся остановки, полицейские пункты. Проспект Бейбарыса осуществляется проект по дорожной карте занятости. Будут трудоустроены порядка 450 безработных, зарегистрированных в центре занятости населения. Ведется строительство дорог Жаңаталап, Амандосова хочется остановиться отдельно, вместо кольцевой регулирования там будет внедрено светофорное управление дорогой, проезд по этой части облегчится. Кроме того, железнодорожный мост, под ним мы следующим проектом будем расширять дороги. Как сообщают местные власти, в этом году запланирован ремонт автодорог в пригороде Атырау. Это коснется поселков Алматы, Береке и Жаңаталап. Кроме того, в областном центре дорожное покрытие будет обновлено на улицах, которые имеют историческую ценность. Всего же на все эти работы выделено 10 миллиардов тенге. Нурсулу Аубакирова, Акылбек Киртаев, телеканал «Атамекен Бизнес».